Витископ. Мы видели, что какая-то ситуация нестабильная. Появились вооруженные люди, появились флаги не Украины. Как-то это настораживает. Во-вторых, мы вообще не привыкли к оружию. И мы понимали, вот как-то появилось чувство опасности. То есть ты не понимаешь, что происходит, и твоя жизнь там практически ничего не стоит. И когда были майские праздники, ну вот с 1 по 9, как раз там первые бои в аэропорту были. Вы знаете, очень так жуткое состояние, когда летают истребители, очень низкий такой звук. Вот, и там что-то взрывалось, как бы нам издалека было видно. Ну, мы боялись выходить, честно говоря, из дома. То есть так как-то перебежками старались скупиться, запас продуктов, чтобы был воды. Вот, ну и как-то так старались не выходить лишний раз. Потом это все хуже, хуже, хуже. И случился такой один момент, когда действительно нашей семье, ну так, угрожала опасность. Мы просто взяли, за полчаса собрались, вот что у нас первое попавшееся, мы там какие-то летние вещи, это лето было, мы взяли и уехали. Детей вывезли мы чуть-чуть раньше, там, к, ну, к нашим бабушкам, дедушкам. Вот. Я уезжала уже последняя, потому что мне с работы там нужно было закончить. Вот. Ну, так вот, нам пришлось в спешном порядке, к сожалению, вот все оставить и уехать. Видели, что южное было более-менее направление безопасное, то есть в сторону Запорожья. Вот мы сразу туда поехали, потому что у нас там очень хорошие друзья. Это семья Филоненко, которые нам помогали во время подготовки, когда мы еще были спортсменами. Вот, и мы уже долгое время дружим, поэтому мы сразу поехали туда, ну, как бы ближайшее. Вот. Ну, в общем, так вот и прорвались. Витископ. Спортивное видео.